давайте все-таки помнить то, что объединяет. Один за всех. Вот это должно быть самое важное. И все за одного. Вторая фраза, которую я сказал, один за всех и все за одного, будет всегда актуальна, и если она будет соблюдаться, ну, наверное, в маленьком кусочке, но будет легче. Потому что ребята будут всегда ощущать самое важное. И мальчишки, и девчонки плечом.